Ну что ж, и снова всем привет, с вами Техномакс, это у нас игрушка, которая называется Tails, и скорее всего это игра детская какая-то. Честно, я даже не представляю, о чем она в принципе. У нас какой-то парнишка тут сидит, или кто это, я не знаю, и у него на голове еще шевелится шапка. Тоже не знаю, кто это, может это его питомец. Ну давайте посмотрим. Новая игра. Ты проснешься или нет? Наконец-то мы это нашли. Тут ни единой живой души. У меня плохое предчувствие. Поспеши, чувак. Мы почти на месте. Мы не можем больше ждать. Ну или что-то вроде того. Честно, очень быстрые субтитры. Эта дверь закрыта. Я думаю, нам нужен ключ. Так, ты можешь двигаться с помощью ВСАД. Давай, лентяй. Кажется, эти штуки отображают путь. Ты должен подбирать их. Нажми пробел, чтобы запрыгнуть на эти грибы. Ты можешь прыгать дважды, если нажмешь еще раз пробел после прыжка. А, хорошо. Ага. Ёшкин кот. Вот это мир. На меня гриб смотрит. А чё он на меня смотрит? Короче, это интерпретация Соника Супер Ёжика, да? Только там были золотые колечки, а тут золотые шарики какие-то. Это такой трехмерный платформер, да, как я понимаю. Ты можешь взять это и нажать на кнопку мышки, чё? А что взять нужно? Ага. Желтая рука почему-то у него одна. А. Понял. Так, я, кажется, догнал. А, вот эти вот... Не знаю, что это такое красное, но это штука для того, чтобы притягиваться. Это как корни какие-то или что это? Нажмите кнопку, чтобы прицелиться. Я очень сильный, без меня вы это не сделаете. А, вот как работает это. Ну ничего, такой платформер интересный. А куда там? Дальше. Я наконец-то в этой мешанине цветов увидел, вот она эта ветка, наверху вот она, раз и два. Ничего себе, блин. Я думаю, мы можем прыгать выше, если ты нажмешь пробел в момент импульса. Да я тоже так думаю, что мы можем прыгать выше. Смотри, это ключ. Бери его, приятель. А, есть спуск скоростной, да? Мне уже это нравится, это место. Да мне тоже, а что там внизу было? Тут же внизу что-то было? Смотри, какая-то табличка. На ней что-то написано. Быстрее подбери ее. А это странно. Я не знаю, что тут странного. Щупальца какие-то. Смотри, они выглядят точно как я. Может быть, это мои предки? Кажется, они в полной гармонии. На меня столбы смотрят. И грибы тоже. Это страшная игра.
Да, ты можешь проверять свои реликвии. Реликвии какие-то еще. Ну, дверь должна была открыться. Вот это ручище. Давай посмотрим. Ключи где-то недалеко. Тут еще ключи где-то есть. То есть это нужно все вот это облазить. А. Ё-моё, я же не осмотрелся, как я это обычно делаю. Зона завершена. Ну, зона-то может быть и завершена, а вот ключи-то не найдены. Кстати, такая немаленькая, скажу, зона в начале-то для первого-то уровня. Ой, трава загрузилась. Что это за мир такой? Ого. Что, уровень какой-то огромный. Ничего себе там высотень. Да, еще одна часть ключа. О, это место очень большое. Вперед! По-моему, пацан уже ничего не хочет. А, ну это спуск вниз. Хорошо. Да, это действительно Соника напоминает, только упрощенного. Похоже, этот цветок агрессивный. Что здесь происходит? Дерись с ним. Зачем бить цветок? Он на нас не нападал. Шарик и стоять. А куда я попал, собственно? Ой, я весь запутался уже. Я не знаю, как тут что-то можно рассмотреть. Глаза просто вытекают и вываливаются. Ну, что-то все-таки можно рассмотреть. Катается платформа. Оп. Да, платформер сам по себе вроде бы неплохой, но он настолько яркий, что реально глаза болят. Зачем все так делать-то жестко? А, вижу. Ну, это было просто. Вот это тот самый момент, когда я говорю, что платформинг в тему. А то бывают, делают игры вообще, которые к платформингу отношения имеют очень мало. И при этом там так сложно проходить, что ужас. Вот действительно, хочется в платформер поиграть. Берешь платформер, играешь в платформер. Кстати, по-моему, игра бесплатная. Сейчас уже точно не скажу, по-моему, да. Но для бесплатной сделано очень даже. Еще куда-то. А куда еще-то? А это что за фрукты? Здоровье, наверное, восстанавливать. Есть.
А в нас стреляются. Ничего, сейчас дойдем. И этому цветку надаем по щекам. Есть. Еще один ключ. Уже два из трех. А, уже открылось, да? Хорошая работа. Я не думаю, что последний ключ здесь. Мы должны вернуться в место, где мы проснулись. Что же нам делать? Какое болтливое существо. Слушай, шапка, ты что разговариваешь, а? Кстати, туда залезть нельзя. Где эти сидят цветы? Ну и ладно. Уи-хи! Ладно. Ну это спуск. Обратно бежать. Эх, жалко, на английском игра. Ну да ладно, общий смысл, думаю, понятен. Ну, это же... Стоп, это основной вход. Где-то что-то открылось еще. Тут, наверное. Нет, не тут. А где? А, во, вижу. Еще один участок первого уровня открылся. Может, этот уровень в принципе один? Как-то я не задавался этим вопросом. О, высотень. Какие-то щупальца светящиеся, что? Все смотрят. Чё смотрят? Ого. Ого-го. Вот это уровень. Хорошо, что шарики эти есть. О, эта пещера большая! Не будем терять времени! Вперед! Вперед, чё? Я против, что ли? А вообще он нормально так устроился, на голове сидит, командует. Самый умный. Шапка с ушами. А куда дальше? Ага, вижу. Блин, ну платформер вроде бы не сложный. Тут действительно сложнее всего это не потеряться. Па-па-па-па-па-па. Ну, вишенка, да, это здоровье наверняка. Это нужно было с той стороны идти, да? Ну хорошо. Идем с той стороны. Не проблема. Ну и территории. Это откуда-то отсюда нужно было попадать.
Да. О. Стоп. Как бы сейчас найти еще, куда идти? Мне кажется, стоило сделать эту игру чуть более линейной. Что-то она какая-то сильно запутана. Ай! Оно все-таки куснуло. Но ничего, есть ягоды. Ягоды полезны. Как видим, они восстанавливают здоровье. С этой стороны разобрались. Теперь нужно попасть куда-то еще. Опять стреляют. Да сколько можно? Еще табличка, теперь с грибами. Они выглядят такими счастливыми. Эти гравировки заставляют себя чувствовать очень ностальгично. Ага. Я не то нажал. О. Как бы теперь отсюда выбраться-то? Что, обратно? А он обратно что-то не хочет. О. Как тебе попасть, а? А, так можно было, да? А может и нельзя было, что-то кажется, он завис. Так, 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 давай, выезжай. О, значит не сюда. По щекам получил цветок. А куда дальше бы? Я вот как-то... Ой-о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 й. И карты нет. Реликвии. И собранная сфера. Наверное, сюда. Полете еще управлять персонажем, чтобы он все шарики собирал. Это еще не все. Карный бабай. И куда? Тут два пути, как бы. Если даже не три, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хватит стрелять. Ну, вот куда-то еще путь идет. Это обратно, как мне кажется.
Ощущение. Ощущение, что парнишка заблудился где-то в своем сне. Ой, это как? А, понятно. Где я? Да он не хочет цепляться. Может, пора скачиваться подольше, я прям не знаю. Ага, готово. Это что за растения против зомби тут плюются? Острова даже, и те с глазами. Что не так с этим миром? О, да, здоровья почти не осталось. Я уж давно заблудился. Ай, ай, тут вот эти вот штуки кусающие, я понял. А куда? А, понятно. Вот это платформер. А, ради реликвии сюда идти? Я не понял, чего там написали. Ух. А, спустились куда-то. Нужно очень быстро соображать. Сферы были собраны не все. Честно, я вот как-то не ожидал от детской игры такой сложности. А может, это и не детская игра прям. Совершенно. Хотя управление простое, отзывчивое в целом. Ладно, подождем. О, неужели дошел? Последняя часть ключа. Мы можем открыть эту загадочную дверь, да? Ой, я как рад наконец-то отсюда выбрался. Что это? Ты это слышал? Что это было? Какой-то рык. Звучало, как будто субтитры слишком быстрые. Я не успеваю просто переводить. Я даже прочитать не успеваю, не то что перевести. Можно возвращаться.
На самом деле, вот таких игр нужно делать побольше. Я, конечно, не фанат таких вещей, но действительно порой детских не хватает игр. Но что здесь произошло? Эта дверь, она заблокирована. Кто-то хочет помешать нам пройти дальше. Минг, смотри! Землетрясение открыло проход. Вау! Приключения ждут, вперед! Ну что здесь? А, ну вот он все то же самое повторяет, хорошо. Какое землетрясение? Куда? А, вот они, щупальца эти светящиеся. Открыло проход. Здесь? Ну да. Вот он, проход. Приключения ждут, а я думал, все. Сейчас будет еще уровень, как самолетное поле летное. Такой же большой. Ого. Значит, можно сюда, можно туда было попасть. Ну-ка, стоп. А ё-моё. Я хочу зацепиться за эту штуку. Ай, не получается. Не хочет. Высоты боится, что ли? Нет, он не цепляется. Ну ладно, поехали так. А, вот эта штуковина. Это возврат обратно, скорее всего. Кстати, может быть, действительно это было обратно возвращение. О-хо-хо-хо-хо, какие огромные храмы. Барабанные. Судя по внешнему виду. Какие тут огромные уровни. Ужас. И ладно, если бы они были протяженностью большие, так они же запутанные. О боже, это же останки моей древней цивилизации. Да, если бы еще здесь были русские субтитры и русская озвучка, я думаю, вот этот слизнючоныш на голове был бы забавный. Ой! Какие-то слизняки злые. Похоже, это место поглотило зло. Нам нужно его очистить. А, то есть дать вот в этот глаз, да? Рукой. Ну хорошо. Какой-то злой осьминог все захватил. Пойдем надаем ему по глазу. Только сначала весь горох нужно собрать. Апельсинки, что это такое? Что это за шарики такие? Зачем они нужны? Я смотрю, надпись субтитров зависла. Это чтобы я, наверное, не ругался на игру за то, что здесь субтитры быстро проходят. Поэтому субтитры решили просто повисеть.
Так, а, вижу, куда цепляться. Опять нужно высматривать. А ну-ка иди сюда, на. Игра по стилистике своей такой мультяшной напоминает очень... На Dreamcast была игра Time Stalkers. Это японская RPG игрушка. Я помню, в нее залипал очень неслабо так. Вот по стилистике почти то же самое. Она тоже такая вся нарисованная, вроде как мультяшная. Но при этом сюжет там хорош очень. А, такая, не совсем детская. Ага, нормально, спустились обратно. А где этот глаз сидел? Я что-то вообще потерялся уже. Тут слишком большие уровни. В принципе... Я думаю, при желании можете поиграть и самостоятельно. Я ссылку на нее оставлю. Вот. Ну, тут, правда, субтитры зависают, но это не важно. Смысл, я думаю, понятен. Ничего себе. Ну что, предлагаю, в принципе, закончить все, что нужно, я показал. То есть, мы бегаем, собираем сферы, бьем какие-то злые цветы и серых слизняков каких-то, собираем ключи, добираемся куда-то, исследуем местность. В принципе, мне кажется, как для детей игрушка будет интересная. Может быть, просто для расслабления, и взрослые могут поиграть, это уж как кто решит. Она вроде как бесплатная, поэтому если что, я ссылочку, как всегда, в Steam оставлю. Но вы по названию в Steam можете найти. Игра называется Tails. И, в принципе, вот такой вот детский платформер. Ну, в принципе, на этом все. С вами был Техномакс, это была игра Tails. И всем до новых встреч. Пока.